Ну, я понимаю, когда вы смотрели начала... фильм, вы смотрели фильм «Ключи от неба»? Смотрели в 60-х годах. Посмотрите, там четко есть площадка, где лежали ракеты, значит, там где солдаты собирались, здесь как бы вообще вот эта зона была. Потом, как бы, и дикий пляж был, где аквапарк, как можно. Здесь вообще не было. Появились, значит, с развитием туризма в Крыму все-таки стала нехватка пляжей, стал вопрос. Аквапарк устроился, и люди поехали сюда. Ну, естественно, потянулся и бизнес. Вот. И мы в нашем лице предприниматели малого среднего бизнеса начали вкладывать в это дело денег. Естественно, чтобы развивать это место. И в рекламу, и что, по всем каналам, типа украинский пляж Мирном Рай рекламировал сам Мирном вот, неоднократно. И влаживали туда интернет 2 километра оптикового окна протянули, что Wi-Fi был складывал на пляже. И вот эти вот 5 площадок под мусор мы построили свои деньги. И 11 галеонов 40-тонных высыпали, возить с щеплем, свет протянули, все это было. И построили 2 общественных туалета, чтобы люди ходили, как ну, нормально, как стали один, они стоят и второй. Мало того, что еще мы своими силами, средствами убирали даже не дали. Сейчас зашла какая-то другая компания. Почему-то мусор так плохо выводится, мне непонятно вообще. А что не так? Я не знаю, что это не так. В принципе, я, собственно, вот этого заведения, я действительно себе клиентую воли. Опять, я его сам не считаю. Также за ним подкачиваю. Собственники пляжа должны позаботиться о чистой школе. Наверное, это будет. Должен быть несколько ресурсов. Вот это наверное, есть. Нет, я не знаю. А люди как реагируют? И когда сама ситуация вокруг Мирнома, она вот заведена специально для отсюда, для такого специального туалета. Вот показатель, да, насколько сюда, она его придет, вот так, вот скоро халюта придет, порядок на миг отдыхать, все это в этом стиле круто кушается. Не только впечатление, или не так? Я вообще не приеду, ну, приеду сюда, я не знала, что это будет. Мы вообще туалеты снимаем 2 дня уже. Начиная с прибрежного. Ну это проблема вообще. Ну как бы и есть. И в городе проблема с туалетом, да. То есть это не к тому, что вот мы тут хотим показать, что все завтра. Но у меня местного жителя дается впечатление, вот видите мусор, да? Вот как бы вывозят, вы как бы не вывозят. Будет Женя там, да? Как люди, которые наблюдают, вывозят? Ну как бы да, и как бы он есть. Один контейнер. Раньше 3 стоял, 5-4 стоял контейнер. Все весь поселок к нам на берег, вот тут вот, живут и мусор собрал. Почему-то там некому построить эти площадки, ну, чтобы люди могли с поселка у себя работать. Некому все оттуда везут сюда мусор, строительные все дела. Ну как-то вот так все закручивается, непонятно. Ладно, спасибо вам большое. Я думаю, меня не расстреляют, нет? Нет. Не сразу. Назовете имя и фамилию, кем являетесь? Это для титра. Для кого? Ну, титры, когда выходят. Кофе сфотографируют мне, сказал. Меня Славин Сергей Александрович. Как фамилия? Славин Сергей Александрович. Вы предприниматель. А может там как-то на поле? Ну, мы еще как бы ждем. Документы все. Ну как вас можно назвать? Ну вот мы в стадии, у нас конкурс только прошел, по какой-то причине, вот именно 2 дня назад. Уже считаетесь предпринимателем? Наверное, да.